Так, самолет навернулся, почему-то сломался, крыло самого салона. Сейчас посмотрим, что там с ним случилось. Выходя из пике, сломал крыло. О! Да. Винт сломал. Первый за всю историю. Ну, походу, превышение скорости крыло не выдержало. Да. Серьезная авария. Первый раз за все время. Не выдержал перегрузок. Здесь все как обычно. Поразвалено. Сейчас будем вырубать его. И смотреть, что... Что с ним делать? Это да. Ну, разогнал-то я его конкретно с большой высоты. Разломал его. Изрядно. Даже винт схлопнулся. Сломал лонжерон. Да. Зато полетал классно.